В Симферополе сегодня в новые квартиры въехали 90 семей. Все эти люди получили жилье по указу президента о реабилитации депортированных по национальному признаку. В основном это коснулось крымских татар. Ключи от квартиры вручили глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов. До конца года планируется обеспечить жильем еще 400 семей. А в 2017-м на помощь реабилитированным народам в Крыму выделят более 200 миллионов рублей. Эти деньги потратят не только на жилье, но и на адресную помощь. И свою девушка. До 2020 года 10 миллиардов рублей будет выделено. Это в том числе и на объекты жилищного строительства, кроме этого социальные объекты. Мы буквально вот через несколько дней еще школу новую сдаем, которая называлась «Школа 4 президентов», и сегодня это будет школа на 1000 ученических мест, а также будут линейные объекты. Поэтому вся программа будет целиком выполнена. Сегодня она выполняется, и, безусловно, все, что касается контроля, эффективности использования средств, все это будет делаться.